Тут мне интересно, что компьютер посоветует. Тут я нападаю на спешку, но по идее, вот. Дольше проанализировав, начинает советовать защищать спешку. А сперва рокировку советовал делать. Вот всегда надо даже самую мелкую фигуру защищать. Потому что там чего-то умного не придумаешь, если глубокий анализ сделать. А когда же? А я бью спешку. Он бьет моего коня. Я бью спешку, нападая на короля, он должен как-то защищать и уходить. Я бью его коня и восстанавливаю коня, и получаю спешку, поэтому он так и советует делать. Я этого не заметил. Но я вот бью спешку. Как бы говорит, что немножко, что ровно примерно позиция. Что ему советовало тут идти? И тогда я бы назад не мог отойти. Советует мне назад идти. Но я пойду не назад, а тут пойду, что потом, если королева пропадет, я и слона заберу. Теперь говорит, что ровно. Тут уже все на зоркость глаз определяется. Он должен был уловить, что королевы нельзя находить, потому что она коня защищает. Я неспроста тут пошел. Тут мне... Я вот тут пойду, как говорю, тут лучше было идти. Потому что тут опасная ситуация. Могут отобрать легко коня. Но все у меня, все равно у меня выигрышная позиция. Тут не важно, что совет, а все-таки важно, или рокировку, или что-то. Вроде бы рокировка. Еще пусть поанализируют глубже. Интересно, что тут совет. Может, все-таки не надо рокировку делать. Все-таки рокировка. Вот тут мне тоже рокировку советую делать. Теперь тут советует нападать с конем на королеву. А нет, теперь тут идти, видимо, побольше короля защищать. Но тут уже главная ошибка королевы. Уже забыл этого коня. Он пошел, напал на моего коня. А его коня забивает. Он по жадности моего коня, наверное, скушал. А не он. Потом башня тут защитит этого слона.
не совсем понял, почему это спешка совета. А, видимо, чтоб пробиться и потом отсеть злодея вот тут и как бы его тут, наверное, мат устроить, что потом. Оказывается, не угощать. Ну так как у меня уже конь выигрыш, то мне просто достаточно уменьшать фигуру, и я уже выиграю. Уже. Поэтому я вот уменьшаю, не боюсь его потерять. Он собьет. Я пешкой сумею. Тут понятно, что пешкой любить посоветуют при любом уровне. Потому что так иначе напрасно коня пустили. Вот нет, тут вот. А я, кажется, вот тут пойду. Тут иду, потом могу. А это спешку и напасть. Это и на это. Ой, тут я могу то самое. На эту спешку, потом на это. Ему советуют на королеву напасть. Своему конец, как бы я мог сбить пешку и напасть на башню. Там если подойдет с этой башней, я сбиваю эту башню, если за этой бежит, но я не... А я тогда бью эту ему мат. Да, этого я не заметил. Королевы надо помогать. Все, удался.